Всем привет! Спасибо, что зашли в мой канал. В этом видео я делюсь с вами рецептом из турецкой кухни. Это фаршированные виноградные листья. Итак, нам понадобится в одинаковых пропорциях рис, бульгур и фарш. Можно без фарша. Далее 1-2 ложки томата, чили острый, это по вкусу, не обязательно. Далее тмин молотый и мята молотая. И, конечно же, соль и масло. Масла немного, так как у нас еще есть фарш. И на дне кастрюли будет мясо с жиром. Немного тушим это в сковороде и оставляем, чтобы остыло. Ну, буквально 10 минут в теплой воде. Даже не кипятило. Становится все мягенькое. И уходят излишки соли. Итак, на дно нашей кастрюли берем мясо, желательно с костями, желательно говядина или свинина. Куриное не очень подходит, потому что оно очень быстро развалится и ничего с ним не останется. Я взяла еще пару картошин, всегда найдется кто и съест. Еще, так как я сегодня не заматываю в листья капусты, я просто отрежу пару листьев и положу их на дно. Обратите также внимание на плейлист рецепта на моем канале. Итак, берем листочек, гладкую сторону оставляем наружу. Небольшое количество. Один раз мотнули, склали. Вот что у нас получается. Так, еще раз. Вот наш лист. Умелые, конечно, хозяйки из Турции все делают это в руке, как вареник крутить, да? Тоже кто-то в руке, кто-то... Блестящей стороной оставляем наружу и, конечно, нашим хвостиком ложим на низ. И таким образом все это попадает теперь в кастрюлю. Но я думаю, принцип понятен. Принцип голубцы. Листочки должны быть мягкие для того, чтобы их можно было закрутить. Также можно это блюдо готовить не маринованными листьями купленными, а уже со свежими листьями, у кого есть дома виноградник. Так, здесь я добавила лимон и немножко острого чили перчика. Итак, я варила свои мини-голубцы из виноградных листьев примерно 1,5 часа на среднем огне. Проверяйте сами, мягенькие листочки, вкусно ли вам, пережевываются ли. Спасибо большое всем за просмотр. Заходите, подписывайтесь, буду всем рада.